Добрый день! Приветствую всех на сайте нашего сервиса. В данном видеоуроке я покажу, как настроить JS-версию нашей клоаки на вашем домене без использования каких-либо конструкторов. Это очень просто, но иногда возникают вопросы. Прежде чем генерировать скрипт, нам понадобится, во-первых, хостинг. Мы взяли для примера хостинг Wget и WhitePage. WhitePage предварительно загрузили в данную папку. Напомню, что загружать нужно в папку public.html в хостинге Wget. У нас здесь есть файл index, и сам white выглядит вот таким образом. Единственное, здесь к домену подключен HTTPS SSL-сертификат. Это необходимо, иначе JS-версия работать не будет. На хостинге Wget, опять-таки, это делается очень просто. Здесь нужно нажать SSL. И он будет автоматически выдан. Итак, перейдем непосредственно к генерации нашего скрипта. Копируем URL нашего white, он нам еще понадобится. Итак, панель генерации скрипта, здесь все стандартно. В качестве offer укажем данный сайт, в качестве адреса скрипта укажем наш домен, где загружен white, и допишем скрипт PHP. Геофильтр выставим на ru. Остальные настройки мы трогать не будем. Сохранить. Файл скачался. Идем в наш файловый менеджер. Выбираем загрузить. Browse. Индекс 2. Загрузить. Закрыть. Как вы помните, файл мы прописали в настройках как script.php. Поэтому давайте переименуем загруженный файл в скрипт PHP. Переименовать. Готово. И теперь давайте откроем его в браузере, посмотрим, что там отображается. Как мы видим, здесь offer page OK, геофильтры включены. Здесь можно посмотреть панель статистики. В данном видеоуроке нам это не очень интересно. И вот непосредственно JS-код, который нужно интегрировать в индексную страницу WhitePage. Копируем его в буфер. Идем обратно в файловый менеджер. Открываем индексную страницу White. И в поле Head секцию вставляем этот код. Нажимаем сохранить. Закрываем. А также нам необходимо выключить режим настройки в скрипте. Открываем скрипт. И нам нужно on поменять на off. Сохраним. И теперь при обновлении страницы здесь будет другая информация. Ну что ж, давайте посмотрим, как изменится при этом наш white. Обновляем. И как мы видим, наш flag у нас загрузился. Нас редиректнул на него. Потому что мы указали такой способ перенаправления на black. Если мы хотим, чтобы он отображался во фрейме, то есть URL при этом не менялся, вернемся в наш файловый менеджер и здесь redirect поменяем на iframe. Сохраним. И давайте откроем снова наш white. И как мы видим, теперь URL не меняется и flag у нас успешно подгружается. Если мы здесь, например, поменяем гео на какое-нибудь другое и обновим данный URL, то мы видим наш white. На этом, в общем-то, все. Здесь есть некоторые дополнительные настройки. С ними вы можете ознакомиться в других наших видеоуроках. Но база такая, и таким образом вам не нужны никакие конструкторы, если вы хотите работать только собственными доменами и использовать JS-версию. Спасибо за внимание. Надеюсь, видеоурок был вам полезен. До новых встреч и всем профита. Пока.